пятницу по всему миру от Гонконга до Дубая встречали китайский Новый год или праздник весны. Его символом стала огненная собака. Наряду с застольем в кругу семьи китайцы также непременно выходят на уличные гуляния и концерты. Ни одно шоу не обходится без традиционного танца дракона. Считается, что он приносит удачу. Другой приметой китайского Нового года являются фейерверки и петарды. Согласно легенде, они должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью мир и счастье. Красный цвет – еще одна традиция китайского праздника. По древнему мифу, в начале каждого года китайцы спасаются от голодного чудовища, который приходит за их запасами. Но однажды он якобы испугался ребенка, одетого в красное. С тех пор этот цвет сопровождает торжества. В Тибете праздник весны в этом году совпал с Ласаром, тибетским Новым годом. Поводов для обедов, танцев и гуляний оказалось вдвое больше. Дубай остается одним из самых популярных туристических направлений в дни празднования китайского Нового года. Тысячи туристов приезжают посмотреть на лазерное шоу, которым славится крупнейший город Арабских Эмиратов.